Отток капитала имеет два положительных следствия. Во-первых, это снижает инфляцию, поскольку экспорт капитала приводит к тому, что денежное предложение в России снижается, и те деньги, которые остаются в России, меньше приводят к росту цен. Во-вторых, отток капитала способствует меньшему укреплению национальной валюты. В условиях, когда основной драйвер экономического роста – это чистый экспорт, слабый рубль способствует тому, что наши товары более конкурентоспособны на мировом рынке.